Спасатели Шымкента вызволили мужчину из бетонного плена. В нелепую ситуацию горожанин попал случайно. Он полез за упавшим хлебом, зацепился за арматуру и застрял между перекрытиями, рассказал потерпевший. Расстояние между двумя плитами порядка 30 сантиметров. Попытки мужчины освободиться самостоятельно не увенчались успехом. Крики бедолаги услышали жители микрорайона Нурсад, которые и вызвали спасателей. С помощью специального инструмента они убрали кусок арматуры и достали мужчину из трансформаторной будки.